день, уважаемые партнеры. Сегодня выходной день, но мы сегодня работали в офисе. Почему? Потому что наш CEO Мигель Гомеш, я уже говорила об этом, находился в Беларуси, он давал отчет по этому вопросу. Это стратегическая работа руководства по развитию нашего бизнеса. Очень серьезные наработки, очень серьезные договора, которые он заключает. Это уже второй этап заключения договоров. Первый согласовательный был гораздо ранее. Но вот все то, что делает руководство, это как раз база легальности бизнеса. Я благодарю всех партнеров, особенно Алла Черкес, я так понимаю, высказалась сегодня. Я благодарю ее за то, что она дала обзор ситуации с пониманием глубинных процессов, которые происходят. Благодарю всех партнеров, которые понимают и поддерживают. Это наше будущее, это наш бизнес. Да, я согласна, что мы давно хотим получить деньги. Я согласна с этим, и все согласны с этим. Но посмотреть прозрачно на ситуацию каждому почему-то мешает вот понимание, что очередной кидок, очередная пирамида, у нас забрали деньги. Давайте взглянем на ситуацию трезво. Нас взяли с вами, нам дали возможности, нам гарантировали эти возможности, удесятеренные в ближайшей перспективе, и компания все для этого делает. Деньги из воздуха не материализуются. На сегодняшний момент, чтобы выполнить программу и обещание, и платить нам по дивидендам все, что обещано, компания должна зарабатывать. Они отчетливо это понимают. Это все подтверждено тем количеством, очень большим количеством документов, которые все могут проверить в бэк-офисе. Не зря у нас юрист работал неделю, наш русскоязычный, как сказал Слава, говорит, что я, говорит, понял, на сегодня аналогов нет. Действительно, на каждый вздох есть документ легальности работы во всех направлениях компании. Но компания продолжает работать на расширение доходности платформы, на выплату всем нам, которые пришли с багажом невыплаченных денег и багажом инвестиций, которые компания не получала, пришли получать свои дивиденды в размере от 5 до 21%, и мы надеемся их получать в ближайшей перспективе. Более того, те моменты, которые были озвучены, нам дали возможность в 5 раз увеличить сумму не просто инвестиций, а сумму оставшихся в бэк-офисах денег, которые мы не получили, нам 5 раз их увеличили, рассчитали по монетам, дали возможность это получить, но с введением в действие всех механизмов. На сегодня компания. Правильно Мигель говорит, если я буду бесконечно расширять офис, увеличивать количество программистов повсеместно, расширять команду управленческую, это отодвигает момент вот того хозрасчета компании по выплате дивидендов партнерам, которые их ждут. Поэтому просьба всех, я напоминаю еще раз слова нашего президента, я все это гарантирую, причем в увеличенном количестве, даже не пятикратном, а гораздо больше, но в том режиме, в той скорости, когда я это закончу, все инструменты будут работать как часы, мы доведем все до кондиции, дадим пользоваться всем и каждому партнеру в полном объеме, тогда действительно каждый только поблагодарит нас. Ну, пожалуйста, это скорость компании, это скорость их инструментов, а самое главное, бюрократию невозможно изменить и переделать, если работать в легальном поле, необходимо это все пройти. Поэтому только так возможно реальное возобновление нашей деятельности легальной и долговечной по заработку, извините, не только содержания на жизнь, но и весьма и весьма доходной части бизнеса для всей нашей семьи. Поэтому еще раз обращаюсь к партнерам. Я молчала 2 недели. С кем говорила в личке, те слышали, что у меня совершенно не было голоса. Я и сейчас еще по утрам плохо разговариваю. У меня стоит 2 часа занятия со своими связками, чтобы начинать говорить. Поэтому просьба ко всем личникам. Я со многими говорила в личках. Все личники знают процессы, которые происходят в компании досконально. Очень многим я показывала и рассказывала инструменты, которые в работе. Я показывала документы, которые даны. Я очень много чего рассказываю. Почему личники не передают вниз по структурам никакую информацию? Меня это удивляет. Но не нужно обвинять в этом в компанию. Извините, когда спонсор вас приглашал, все, кто здесь выше, выставляют расчет. Я сегодня специально уже в Пейнте сделала расчет. Я его ниже выставлю. Когда задается вопрос, который минимум 50 раз я объясняла, минимум
минимум. И писала, и расчет показывала, и говорила голосовые. Меня удивляет, что до сих пор народ не понимает, как рассчитываются дивиденды. Но это отдельная тема, я позже об этом скажу. Итак, итоги сегодняшнего совещания. Завтра опять улетает Мигель в Индию. Он знает, что собираюсь ехать в Россию, поэтому сегодня очень важно было встретиться, потому что уже больше не будет встреч, он по 8 число будет в Индии. Это стратегическое партнерство с Индией, стратегическое, подчеркиваю. Не буду пока открывать карты и говорить, что там происходит, но это все то, что даст результат через 2-3 месяца, очень серьезный результат для базы нашей компании. Но 4 позиции, на которых сейчас зациклено руководство, как можно быстрее запустить на этой неделе в действие. Это ввести механизм действия карт. То есть возможность, мы знаем, что уже какое количество карт сейчас уже выдано, только россиян более 100 человек уже дали списки. Итак, ввести механизм действия карт. Что это означает? Ваши биткоины, которые у вас стоят в бэк-офисе, это корпоративная карта, эти биткоины переводить посредством внешнего обменника, переводить в наличные деньги, получать через банкомат физические наличные деньги в валюте страны. Второе, в обязательном порядке ввести на этой неделе Телпоп. То есть сим-карта, для чего она нам нужна? Это не слова. Я просто напомню, если кто не знает, я уже об этом говорила, что с 22 по 25 в Барселоне проходила международная ярмарка, проходила операторов, телефонных операторов всего мира, и Телпоп был представлен там как инноватор в этой области. Телпоп занимает позиции сейчас лидирующие в области технологий по миру. На сегодняшний момент очень быстро 5000 первых карт, 5000 уже готовы для ID, то есть они заново издаются, потому что это на сегодня собственность ID. То есть 5000 карт стоимостью $10 карта на ближайшей неделе будет доступна для покупки нам всем с вами. Почему? Безроуминговое общение в 180 странах мира. Номеров немысленное количество по странам. Это все он перечислял. Некоторые нюансы будут чуть позже даны. Я постараюсь их огласить. Третье. Умбрелла. Четвертое. Апгрейд. Полный апгрейд всей системы с косяками, которые по сей день не справляются и справляются на дублере. Параллельно это все происходит. Вот ввести уже в действие и навсегда забыть больше исправления в бинаре. Навсегда. Он это подчеркнул. Поэтому номер один на сегодня приоритет Umbrella завтра. Он сегодня это подчеркнул. Причем пошагово, поэтапно. Мы знаем, что действующий у нас механизм с подтвержденным white paper, который уже готов к запуску и действию механизма, это BestCoin. Следующий механизм, который готов, и white paper представлен, CoinMarketCap уже его рассмотрел, то есть это все ближайшие дни, это наш Eagle Social Gold Coin. И три коина шаг за шагом далее. Поэтому это те механизмы, которые вот на следующей неделе будут введены в действие. Я не говорю дату, это будет до пятницы, до среды, до воскресенья, либо следующего понедельника, я не скажу. Номер один – Umbrella. Но все четыре эти инструмента Мигель обозначил следующей неделе. Поэтому работают действительно днем и ночью. Даже сегодня выходной, без разницы, сегодня выходной все работают. Почему? Потому что все прекрасно понимают, что больше невозможно никак структуру затягивать, объяснять по поводу работы с нашей монетой, с монетой Eagle Social Gold Coin. Почему? Потому что ее ждут не только структура, ее ждет. Очень много контрактов под нее подвязаны. Поэтому больше у нас срок июль вот по многим направлениям нашей монеты. Это то, что касается планов стратегических, текущих планов, тактических, как хотите называйте, нашей компании, которая их все равно реализует. Кто говорит, что ничего не происходит, вот там выше было, вы говорили, то ничего не произошло. Да откуда вы знаете? Я же наблюдаю и вижу, что происходит. Кто связан с программированием, те понимают, вот какую не возьмите компанию, где какие-то вещи, насколько сложно дать, безошибочно дать механизм, который не будет давать сбоев в объеме работ, которые охватывают столь широкую платформу. Это непросто, это очень и очень непросто. Но, как сказал, у нас достаточная команда программистов, мы не будем сейчас расширять и ничего делать. Естественно, в перспективе это все будет. Но то ли сейчас тратить серьезные деньги на оплату высококвалифицированных программистов, это дорого. Тратить и расширять штат, либо запускать эти механизмы, которые уже готовы для доходной части платформы, которые требуют реализации за июль, за август, к сентябрю, именно ввести в действие, тратить на деньги на
увеличение штата программистов, либо на запуск этой части бизнес-платформы. Я считаю, что бизнес-платформы, нам с вами нужны дивиденды. Поэтому давайте-ка понимать все, что происходит. Какая компания еще давала отчет по всем направлениям и давала понимание, что происходило? Мне удивляет, когда люди требуют, пусть отдадут наши деньги. Кто? Давайте писать коллективные письма тогда на Eagle Bitrate. Смысл в них, толк. Покажите мне хоть одну компанию, которая выплатила деньги, если что-то происходит. А там произошли, поверьте, там все суды, все, что возможно было сделать, адвокатская проверка, вернее, адвокатские запросы и прокурорская проверка, это все идет. Но это все занимает годы, годы деятельности. Покажите мне хоть одного человека после Zik Rewards, кто получил хоть какие-то деньги. Zik Rewards, это был 2014 год. Все. Извините, с того периода выплаты, найти крайних, найти те, кто взяли деньги, их нет. Даже в обозримом будущем. Все это прекрасно понимают. Если нам здесь дали стратегический план, нам дали возможности, мы уже их ощутили, мы видим, что происходит с компанией. Какое количество уже юристов здесь было, интернациональных юристов и русскоязычных в том числе, все видели, поняли и приняли, что действительно аналогов нет. Все, что сделано, пожалуйста. Я понимаю, что мы нуждаемся в деньгах. Но давайте-ка понимать, что реальный бизнес невозможно сделать за 3 дня, за 5 дней, за 30 дней, даже за 60 дней. Реальный бизнес, а тем более вот с таким багажом, который на этот бизнес взвалил руководитель нашей компании и дал нам возможность, его невозможно вот так вот быстро все встроить, все дать, обосновать, к тому же зарабатывать, чтобы покрывать то, что не получал. Давайте оценивать эти все-таки действия компании и понимать, что мы действительно начинаем работать, уже начинаем в очень серьезном бизнесе, подготовиться к нему, изучить материал. И давайте начинать работать серьезно, без взаимных претензий. Правильные расчеты сейчас выставлю, будет непонятно, еще раз скажу. Но вот тот расчет, который я расписала в Пенте, я постараюсь вникнуть, постарайтесь вникнуть четко и понимать цифры, что я там привела, примеры какие, как это, как рассчитывается этот механизм. Он непростой. Потому что мы индивидуально мы делаем апгрейды, мы индивидуально покупаем пакеты в разный период, а условия маркетинга четко обозначены. 30 дней компании, 30 дней для партнера. Не календарных, а текущих с момента покупки либо апгрейды пакета. Поэтому, пожалуйста, давайте лояльно относиться вот к тем усилиям, которые компания, титанические усилия, которые компания прикладывает к реализации нашего проекта, и он действительно уже вот абсолютно виден. Поэтому прошу всех партнеров еще раз просто обратиться к расчету, к маркетингу, понять. И давайте полемику не развивать в этом чате. Еще одно дополнение к расчету количества монет. Давайте не забывать, что на момент расчета дивидендов, дата, да, то есть мы получаем их 28 числа, 28 и 30, до 30 может упасть. Почему? Теперь я поняла, потому что сегодня, когда пример показал, много примеров по всем структурам показывали, структура расширяется, и у нас действительно расчет идет, ну, кстати, закрывается расчет 27-го. Просто могут упасть. Почему? Расчет идет, он закончен, идет загрузка информации. И упала система. Просто упала система, потому что работали в офисе, и временное отключение света, это произошло. И заново пошла загрузка системы. Вот и все. То есть обычные технические вопросы могут нарушить ритм жизни. Могут, к сожалению. Вопрос в чем? Смотрите. Нам рассчитывали в свое время монеты 38,5 долларов стоимость грамма золота. По этой стоимости мы получали количество монет от суммы, начисленной по дивидендам. На сегодня откройте бэк-офис и посмотрите. Стоимость монеты была и 40, и 41, и 42, и 44. На сегодня 45 долларов стоимость 1 грамма золота в эквиваленте расчета дивиденды. Поделить на эту сумму и получаем количество монет. Причем у всех разные периоды. Прошу это учитывать и помнить, что не может быть одинаковое количество у всех. Даты, время, если мы ничего не делаем, месяц за месяцем, первое число по первое, либо там 27 по 27, больше мы ничего не делаем, но мы же делаем и апгрейды делаем, да? Поэтому давайте все-таки внимательно изучим вот весь расчет, который я написала. Здесь все четко понятно. Global Star Club. Возможности безграничны.